Всем привет! Сегодня мы будем готовить очень вкусную суши-закуску, такую фьюжн-суши, хрустящий авокадо с тунцом. Для начала нам нужно очистить авокадо и срезать такую половинку и достать кость. Далее чуть-чуть подровняем, чтобы она была более-менее ровная. И вот эту часть авокадо необходимо смочить в яичном белке, просто белок. Далее, что мы делаем? Берем сухари панко, панируем наше авокадо. Затем предварительно разогрели фритюр до 170 градусов и будем обжаривать. Обжариваем буквально пару минут, а пока жарится авокадо, подготовим тунец. Тунец рубленый необходимо смешать с каким-нибудь сладким соусом, либо брать соевый сладкий, либо унаги соус. В данном случае я беру сладкий соевый. И хорошенько перемешиваем. Достаем авокадо. Оставим буквально на секунд 30, чтобы стекло лишнее масло. И подготовим подложку под это авокадо. Для этого мы возьмем один латук и одну Лолу Росса и тоненькой соломкой нашинкуем. Выставляем по центру такую подушку для хрустящего авокадо. Сверху авокадо и тунец, маринованный в сладком соевом. Сверху поливаем спайси соусом, немного зеленого рубленого лука и черного кунжута. Ну, можно кунжут микс также использовать. Вот и все. Буквально за 2 минуты можно приготовить отличную ресторанную закуску. Фьюжн суши, хрустящий авокадо с маринованным тунцом. Обязательно попробуйте приготовить дома, либо же в ресторане. Я думаю, вам обязательно оно понравится. А вы подписывайтесь на канал, потому что дальше будет еще больше классных рецептов. Всем пока!